Всем доброго, меня зовут Александр. А теперь посмотрим на работу пистолета ТТ. Ну и вот как работает ТТшник. Как и положено советской технике, без всяких нареканий. Надо выломать к чертям этот предохранитель дурацкий. Вау! Закончился, стал на заторную задержку. Единственный минус — очень маленькая емкость магазина. Классный аппарат. На этом данное видео закончено. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.